дорогие друзья! Сегодня у нас небольшой ролик будет посвящен маховым удилищам Metallics Fusion. Я уже снимал полное доскональное сравнение Fusion и Maverick речи, чтобы всем показать и доказать, что это абсолютно одинаковое удилище. Это не то, что даже копия, это недоработка, не копия, это именно Maverick речи, просто с другим логотипом, потому что не имели права после снятия с производства речи наносить такой же логотип далее на другие удилища. Значит, удилища сделаны в Италии на заводе Реглас, полностью со всеми технологиями Maverick, которые были в Maverick речи. То есть это санкор, защита от солнца, для того, чтобы не нагревалась поверхность удилища, да, и не было горячо и рукам, раз, во-вторых, от температуры расширения происходит колен, да, может быть, какие-то там заклинивания и так далее. Система, опять же, антизаклинивания, от заклинивания колен и так далее. То есть все, что и было там, все, что есть здесь, все последние технологии Maverick. Поэтому Maverick речи снят с производства, именно она под маркой Maverick речи. Теперь вот если вы хотите Maverick речи, берите Italics Fusion, это же Maverick речи. Надеюсь, все поняли в этом отношении. Значит, дальше скажу. Точность так же, как и там, здесь есть усиление колен. Если присмотреться, то здесь будет небольшие увеличение, небольшое увеличение диаметра. Хлыстик спортивный. Хорошо качественно склеенный, вот этот привитой усик. Коннектор сюда идет 0,65-0,75. Пробочку вам покажу еще. Ну вот, если вы помните и смотрели Maverick речи, то вот увидите эту же пробочку, из которой вываливаются только три колена. Дальше идет заглушка пластиковая. Удилища также поставляются в обычном целлофановом пакете, мешочке, как и речи. То есть это тот же завод Реглас, та же линия, те же материалы, все то же самое. Ну и точность такая же, даже пробочка. Так что вот такой короткий ролик. Сейчас мы их нагрузим. И, в общем-то, на этом закончим наш короткий обзор. А более детальный обзор смотрите, пожалуйста, либо в YouTube-канале. У меня есть второй ролик, где мы сравниваем речи и Fusion. И рядом раскладываем и меряем все по колено. Либо есть точно такие же измерения в разделе магазина «Обзоры и советы», где вы тоже можете почитать, там есть фотографиями. И совет: берите, пока есть, что называется, эти удилища. Качественные, универсальные удилища, очень высокого уровня, из дорогого угля. Настоящая Италия, что сейчас, в общем-то, все реже и реже можно встретить. Мы сейчас в таких спартанских условиях нагрузим, посмотрим строй, берем пятерочку. Константин Михайлович, немножечко нагрузите за хлыстик. Так, и пониже. Ага. Ну вот смотрите, средне-быстрый строй, исключительно, ну, она же фречи. Отпускаем, одинаковые абсолютно по строю удилища. Ну вот я достаточно сильно, кстати говоря, делал, как бы имитирую там рыбхозного карпика. Да, ну вот. Так, ну и 7 метров. Ну вот абсолютно идентичное узилище, идентичный строй. Как видите, у кого есть речи, тот увидит, что полное сходство. Ну вот, господа, понагружали. Ждем от вас новых заказов.
новых подписчиков. Обязательно подписывайтесь на видео. Обязательно подписывайтесь на странички магазина в социальных сетях. ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук. В ваших же интересах это сделать. Почему? Потому что только для подписчиков мы будем предоставлять бесплатно запасные части в рамках проведения акции. Всего вам доброго и до новых встреч!